комментариях на YouTube меня в последнее время очень сильно ругают за то, что я перестал выкладывать ролики полностью. Я считаю, что выкладывать на YouTube ролики в том же виде, в каком я их выкладываю на своем канале в Телеграме, было бы несправедливо по отношению к людям, которые на мой Телеграм-канал подписались. Контент, который я буду выкладывать, теперь в первую очередь будет ориентирован на подписчиков моего канала в Телеграме.